И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. Пушистая мордашка Булатик вот там валяется. Вот так валяется пушистая мордашка Булатик. На дворе у нас сегодня 3 мая 2024 года. Прекрасная погода, потихоньку температурка растет. Красота ляпота, мы вышли в парк погулять. Прогуляться, насладиться и видосик вам отснять. Да, о нашей прогулочке через парк на озеро. Я понял, клумбочки тут политые, поэтому Булатик валяется на мокрой травке, он хекает, и мошки на нем летают полным ходом. Вот. Сегодня у нас чудесная пятница, конец рабочей недели, очередной весна идет, май месяц потихоньку топает. Да, вот так, май месяц потихоньку топает уже, да, красота, ляпота, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит, был такой когда-то стишок, ну он и, как это был, он и есть, вот, но суть в том, что весна, птички гнездятся, поют. Красота, природа расцвела, уже май месяц, уже буйство природы. Вот так валяется Булатик наш маленький. Вот такой малыш наш, красавчик. Прожимаем барский лайк, царскую подписочку, не стесняемся. Нам уже с Булатиком продолжим прогулочку. Наслаждаться, да, погодой, природой и парком. Пошли, Булатик, идем. Булатик, идем. Пойдем. Не пойдем, вот тут будешь валяться, вот тут будешь лежать. А так, он тебя голуби сейчас, да, заклюют. Прилетел дикий голубь, горлица еще на него, говорят. Я надеюсь, вам видно, как он там лазит в ветвях. Когда-то он там полез. А там видно гнездо, и он так тихонечко, тышком-нышком туда раз и залез. Я понял, как он там, он раз и умостился. Да, явно там гнездышко у него. Такое малозаметное. На деревце построено. Да, интересно. Вот так вот в парке. О, и он. Я надеюсь, вам слышно воркует. Так, Булатик, ну пошли. Пойдем. Булат, идем. Идем на озеро. На озеро пошли. Пошли на озеро. Что ты? На озеро идем. Идем на озеро купаться. Пошли. Да, тут мухи тебя вон едят, уже доедают. Вот так, валяка, собака. Кто там лайкосик не прожал, прожимаем барский лайк, царскую подписочку, подписываемся на канал Булат и Ко. Да, вот мы тут вот так вот прям всем позируем и валяемся в кои-то веки. Мы тут решили вот так вот. Вот такой обезьяной побыть, вот такой обезьяной, такой мухи, вон мошки летают, а мошкара полезла у нас как никогда, просто ее ужас, и ветер поднялся, что-то начал дуть, то ветерка только что не было, вот мы гуляли прекрасно, а это ветер поднялся, но как обычно, начинаешь снимать, поднимается ветер, начинается какая-то ерунда, то у Булатика непослуха, то еще что-нибудь, ну, я бы сказал такое, ну а что делать, переживем. Там вон собаки бегают без поводков, вот это вот вопрос. Как эти собаки там бегают без поводков, что там за собаки. И собаки достаточно крупные, вон там, я в них не сильно понимаю, в породах же собачьих, я же такой же собака, вот там лайка или
Кто или Маламут. Ну, а остальные там такие маленькие, можно сказать. Да, вот такой. Вот такой. Вот такой булатич. Вот так. Ай, валяка. Ай, балованный. Ай, балованный собака. Вот так. Вот так. Мальчик, зайчик, алабайчик. Вот такой. Валяк. Все. Булат будет тут жить. Будет тут жить, мало. Ох, и балованный собак. Мы на озеро пойдем? Шкура-то. На озеро будем идти? Булатичек. Кто Булатик? Где Булатик? Пошли, пошли. Идем. Идем. Булатик. А такой у нас сегодня Булатик прям. Хоть фотосессию устраивайте с этим Булатиком. Вот так. Вот такой наш Булатик, мальчик красавчик. И голубь воркует. Ну, в общем, красота. Вот такой у нас прекрасный парк в нашем прекрасном городе. Мы так на центральной аллее. Ну, многие подписчики, зрители моего канала уже не раз видали, знали. Знают. Да. И не только здесь бывали. Ну, видели видео. Но в данный момент для новых наших зрителей и будущих подписчиков вот такой вот ознакомительный видосик. Ну что, Булатик, пошли. Идем на озеро. А я опять валяться. Все, вот так. Устал вот так. Да? Вот так хекаешь? А так хекаешь? Ужас. Пошли. Идем. Булат. Пошли. Вставай. Что, идти пузо гладить или что? Нет. Вставай. Все, пошли. Булатик. Ты меня слышишь? Все, вставай, пошли. Давай, да. Хватит уже валяться. Пошли. Молодец. Вот так идет Булатик, наш маленький мальчик, такой красавчик. Пошел на другую клумбочку, а тут клумбочка на солнышке, тут сильно не поваляешься. Поэтому вот так вот. Я надеюсь, вы уже все прожали лайкосики, подписались на каналчик, колокольчик, все как положено. Не, не навалялась, а собака на солнышке лишил еще погреться. Но на солнышке долго он тут не нагреется, я знаю. Вот такой валяка. Ой, чудо-чадо пушистое. Была. Пойдем. Володюр. Пошли. Ну что ты лежишь и не это самое? Идем на озеро сходим, прогуляемся. Идем, идем. Да. На солнце улегся. Я знал, что ты на солнце. Олень, да, олень долго не пролежишь. Тут тоже солнце. Жарко, да. Пошли, 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 Була. Хватит дурачка клеить. Ну что, ты лежать будешь опять? Була. Что такое? Ты не хочешь гулять? Балуешься вот это. Что за дело?
Окей. Пойдем. Вот так мы прогуливаемся сегодня по парку, по нашему. Да. Для наших дорогих зрителей, подписчиков. Хватит лежать, я тебе уже сказал. Что такое? Я сейчас развернусь, домой пойду. Будешь там лежать. Отдыхать. Там сразу отдохну. А у вас девочка? Девочка или мальчик? Девочка. А, девочка. Ай, Кайса, привет. А кусаешь? Привет. Ну, ты что, не бачишь? Да. Красавец, красавец. Вот, продолжили мы прогулочку, с нами познакомились, погладили. Да. Познакомились и нас погладили, и теперь мы продолжили прогулочку свою, прогуливаемся. Пошли, Балачусь. Извините за, да, прерывание, но мы снимаем все всегда без монтажа. У нас все по-честному и без обмана, без монтажа, без всякой ерунды. Снимаем все одним дублем. Поэтому вот так вот. Ну, на этом будем, дорогие наши зрители, подписчики нашего канала, желать вам всего самого наилучшего, хорошего настроения, времяпрепровождения, позитивных вам эмоций, великолепной пятницы, с наступающими вас хорошими, прекрасными выходными, хорошего вам, да, настроения, чтобы вы на выходных отдохнули у нас, да, были отдохнувшие, прекрасно провели их. Сегодня же великолепно завершили рабочую неделю и ушли на заслуженный отдых на выходные. Пусть ваш род приумножается, дети, правнуки, прапраправнуки, внуки. Вся ваша, да, родня пусть вас радует, чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Мы же с Булатиком дошли вон до озера, сейчас попьем уже водички здесь и пойдем в обратную сторону домой. Балтись, пошли, пошли до озера, идем, идем уже к озеру, да, пойдем, пойдем. Вон отцвели котики, прям лежат ковром. Воронки каркают, на, но голубя гнездо было найти интересно. Он, Булатик, уже понял, что его к озеру ведут. Булатик уже на озеро прям таки помчал. Ага, там, да, там кафе на острове. Ну, такой ларечек. И островочек там, в принципе, тоже не сильно, но тем не менее. Вот так мы пришли на озерцо, воды полное озерцо у нас. Да, у нас воды куча в этом году. Батя, все тут надо заходить. Батя, иди ко мне, там скользко. Вот так. Вот тут. Да, тут место не самое. Куда ты? Ну вот так, попили водички на озере. Вот там плиты просто, а тут, видите, вон трава такая, плита разрушенная, травой поросшая, она
не такая скользкая, бо так плиты скользкие, булатик может поскользнуться, полезет, ну короче, такое себе собаку мокрую домой стянуть. Сейчас еще не так жарко, не лето, летом мы приходим купаться на озеро, надеюсь, мы будем на пасеке на другом озере купаться летом, так что, как получится. Все, вот так мы пришли на озеро, попили водички, насладились, видосик вам засняли, настроение себе и вам подняли, поэтому всего вам самого наилучшего, великолепного настроения, времяпрепровождения. Пусть мечты сбываются, да. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч. Прожимаем барский лайк и царскую подписочку.